Так, мы зашли вовнутрь храма. Он большой. У нас на этой неделе начинается, не знаете? В общем, когда-то вот сейчас скоро должен начаться фестиваль Шивы, Шивратри. У него сейчас очень много народов, в понедельник многие магазины закрыты, и вот все люди, они в храме. Вот, надо вот позвонить в колокольчик, когда заходишь в храм. Здесь вообще не пропихнуться. Вот сюда вот. И вот так вот очень много-много разных кабиночек таких вот. Очень красивый храм. Так, мне тоже надо. А вот как раз внутри Шивы и Парвати. Сегодня день Шивы, поэтому столько народу здесь вокруг. А, вот он, белый бык-то, Шива. Нанду. Нанду. Это Нанду, да? А? А, Нанди. Я что-то Нанду все называю. Нанди. Белый бык. Вот. И вот. Здесь вот молится. Мантры. Вот муж хочет, чтобы мы вместе с ним зашли вовнутрь. Да. Сейчас попробуем пропихнуться. Итак, мы получили просад. Это вот такие-то... Барфи. Барфи, да? Да, это барфи, который я пыталась готовить, у меня что-то не совсем вкусно получилось. Угу. Плохо, что-то видимость. Да, вкусная. Барфи и что еще? Вот, вот эти. Шугар? Это вот, nice sugar. But it's not, this is мишри. Мишри? Сахар? Мишри. Мишри. Так, ну вот мы обошли, и я хочу показать вам там такую дорожку. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот такая вот дорожка, это то, что поливают шивлинг внутри. Кстати, единственный храм в Индии, где по поверью считается, что шивлинг, по поверью, на самом деле появился из земли. В общем, его не оставили, он здесь как бы сам вырос в центре храма. Здесь вот протекает молоко с водичкой, которым поливают шивлинг. И вот, вот у меня муж молится, странно как-то. Так, это картина «Свадьба Шивы». Угу. Ты Парвати, да? Давай, Саша. Он был в Парвати? Да. Да, Парвати. Он не свадьба была с Парвати. She got a voice of spirit, so they look, they all come. А, в общем, всякие нечисти, призраки пришли к нему вместе с ним. Потому что они тоже молились Шиве. А он ехал на своем Нанди быку к гость, ну, к дому Парвати. Нараян даже, вот где он? Нараян вместе, с лотосом, вот он с лотосом. Нараян, еще один бог. Понятно? Да. И? Here look all priests and God, this is Brahma. Брама, где Брама? See, with this hand. Везде? Here. А, вот этот желтый, вот с таким как бы... Да. Кувшинчиком на Нараян. People were very scared when he went his ghost. А все люди пугались, когда такая тусовка, можно сказать, Господи, прости меня, и демоны, и боги, и священники идут по улице в дом Парвати. Вот так вот.